Проводя уже третий год конференцию интернет-магазин «Стратегии роста», мы сделали ее традиционной для наших гостей, для наших посетителей. Атмосфера очень камерная. Вот мне очень похоже на половину знакомых лиц. Вот вроде я пришел в театр или в филармонию. Я обращаю внимание, что записывают люди. То есть это те темы, которые вот явно видно, что волнуют. Даже сегодня на конференции очень многие люди делали фото, возможно, тут же делились в социальных сетях полученной информацией. То есть вот как бы это данные подтверждают те тренды, которые мы видим в реальной жизни, видим вокруг. Когда ты даешь людям интересный материал, они на это реагируют, настроение растет. Прочитал там книжку, сходил на семинар и пошел там сегодня-завтра, сделал хоть чуть-чуть, хоть такой маленький шажочек, но шаг вперед. Сегодня пришли уже люди с опытом. Начинающих очень мало. Я видела, там был доклад Димы Латанского из Репки. Он спрашивал, кто только собирается открыть магазин, руки подняли всего 2 человека. То есть, в принципе, у большинства бизнес уже есть. Мы хотели создать здесь атмосферу, в которой люди общаются, в которой люди знакомятся, в которой люди получают новые знания. Кажется, нам это удалось. Люди должны для себя собрать пул вещей, которые они завтра начнут делать. Тех вещей, которые они здесь, советов, которые они здесь услышали. Становитесь на место пользователя ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Я знаю, это сложно. Иногда стоит пересилить себя и повернуть что-то в своем сознании, чтобы переключиться с психологии интернет-магазина на психологию покупателя. Я разработчик интернет-магазинов и корпоративных порталов, но после таких конференций иногда задумываешься, не пора ли сделать собственный интернет-магазин. Самое главное, что я унесу отсюда, с этой конференции, это знания. Здесь, конечно, выбраны самые лучшие решения, предоставлены самая свежая информация в интернет-бизнесе. И есть очень много полезных вещей, которые можно почерпнуть из этой конференции. Большое спасибо организаторам. Я обожаю Bittrex, они всегда все прекрасно делают. Всегда никакой заминки ни с регистрацией, ни с докладами. Всегда все четко, круто и всегда прекрасные конференции, прекрасная публика. Советуют мне здесь нечего, я люблю Bittrex. Обязательно приходите на конференцию интернет-магазина «Стратегии роста» в следующем году. Будет еще больше людей, больше докладов, больше общения, еще больше интересных знаний.